есть легкий способ заставить диск левитировать над поверхностью. Как правильно это сделать, смотрите прямо сейчас. Из уроков физики известно, что одноименные полюса магнитов отталкиваются друг от друга, а разноименные притягиваются. Именно на этом основаны поезда на магнитной подушке, или маглевы. По этому же принципу можно сделать свой собственный маглев. Для этого проекта нам понадобится бокс от дисков, один или два компакт-диска, много кольцевых магнитов и суперклей. Снизу на бокс от дисков нанесите по ободку клей и дайте ему немного подсохнуть. Затем разместите магниты на диске по кругу. Очень важно соблюдать одинаковую полярность. Если вы начали приклеивать магниты с северным полюсом к диску, то также нужно поступить со всеми остальными. Получилось вот такое магнитное кольцо. Далее возьмите столько же магнитов и приклейте их к компакт-диску также по кольцу, соблюдая одинаковую полярность. Убедитесь, что все магниты хорошо приклеены. Если один магнит случайно вылетит, пострадает вся конструкция. В инструкции должно быть написано, через какое время клей полностью затвердеет. Второй компакт-диск можно приклеить сверху магнитов, хотя делать это не обязательно. После того, как клей высохнет, поместите диск на шпиндель так, чтобы магниты на диске и в боксе были обращены друг к другу одинаковыми полюсами. Как вы знаете, одинаковые полюса отталкиваются друг от друга, а разноименные притягиваются. Таким образом, верхний диск будет левитировать относительно нижнего. Покрутите его, и он будет вращаться достаточно долго из-за малой силы трения. Сверху диска можно приделать ручку, используя колпачок от пластиковой бутылки. Если высота шпинделя слишком большая, его можно немного обрезать. Так вращать будет еще легче. Гипнотические картинки добавят полноты ощущений. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и рассказать друзьям в социальных сетях. Если вы впервые на этом канале, подписывайтесь на новые видео и посмотрите предыдущие, уверен, они вам тоже понравятся.